Ко мне ничего не было. Зато сегодня я не грех делаю. Я сегодня на службе архиерейской была. Игнат Тихонович, вам и Ларе сделала подделку, и письмо написала. Илария. И она просила, чтобы вы распаковали и засняли. Ну давай, иди она, показывай. Угу. Ну давай, заснимай. Это она своими руками делала. Еще это такое. Голуби. Да, вот. Ну и куда теперь это? Ну куда-нибудь у себя дома. Никуда. Что тут веревочки привязала? Котятам игрушка. Нет, не надо мне. У меня все заставлено. Положи там где-нибудь. Надо. А письмо она вам написала? Я благодарю, мне не надо. А там написано что-то? Написано? Ну если написано. Да, можно прочитать, наверное. Так. Нет, это не надо. Мне положите ее куда-то, даже свою-то шапку и ту под голову ложи. Мы здесь денег. Детская. Повесить. Детская. Да, конечно, детская. Ну-ка, давай, считай на слух. Тихо. Дорогой Игнатий Тихонович, здравствуйте. Это письмо вам пишет Илария Парамонова. Передаю вам с Надеждой Васильевной низкий поклон. Я знаю то, что вы не принимаете подарки ни от кого. Но я сделала вам подарок своими руками от всего сердца. Я знаю, как вы любите птиц, поэтому сделала вам этих птичек, понимая, что вы как птица небесная, которую в этой жизни ничего не держит. Она постоянно стремится к Богу. Вы и нас этому учили. Благодарю вас за время, проведенное у вас в Потеряевке. Я многому у вас научилась, и это время я вспоминаю с огромной благодарностью к вам и к Надежде Васильевне. Кланяюсь вам, Илария. Бог даст, свидимся. Сколько ей лет-то? 12, по-моему, нет? 13. Илария, это где-то Новосибирска, да? Да, с Новосибирска. Да. Это я приму. Все, слава Богу. Пойдем. Как, на улице стоишь? На улице. А? Эту облепишку возьмешь? Ладно.